Всем привет, друзья! Вы на канале Шеф Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем Resident Evil 2. Леон, повернись к нам лицом, а не задом. Нас люди смотрят. Ну, давай я развернусь вот так, хорошо. Да, и мы в прошлой серии собрали 3 медальона. Вот как раз вон от той статуи. И можем теперь отправляться вниз. Согласно записюлькам офицера, которого мы спасли на 50%. Вот, если верить... Эй, назад... Если верить вот этой вот картинке, которую он успел зарисовать, когда его разрывали, здесь есть лифт, который ведет вниз в знак вопроса, потом парковка и домой. Все. Можно, в принципе, паковать чемоданы, как мы это любим делать в хоррорах. Все, Леон, ты спасен фактически. Ну да, только осталось теперь взять нужные предметы какие-нибудь нам в инвентарь, чтобы не подохнуть, пока мы это будем делать. Вот, ну, у нас он небольшой, в принципе, инвентарь. Граната нам нужна, мало ли что, схватят... За что-нибудь, и можно будет откупиться. Ну, лекарства, не знаю, может, траву взять. Не, давайте, наверное, лучше патроны возьмем на дробовик. Там вот эти лизуны стали появляться, револьвер пока недоступен, патроны. Ну. 13 штук у меня есть для дробовика, возьмем. Это на зомби чисто, но не такие, знаете, тут можно 20 штук выстрелить в одного зомби, и он не заметит, а потом опять встанет. Ну что, есть, дадим бой. Дадим бой. Не знаю, что нас там ждет, поэтому побежали. Лекарства не беру с собой. Марвин, ты как? Пипец. Может его связать? Все хуже и хуже. Подожди, ты не сюда. Давай сюда. Ну что, отправляемся. Удачи нам всем. Карты этого места у меня нет. Так она ведет под землю. Вот он, наш выход. Лейтенант Бреннок. Марвин. Пора. Ой, кусается. Нужно доставить вас в госпиталь. Не. Спасайся сам, тут просто царапина. Уходи, говорю. Послушай, мы ведь можем выбраться отсюда вместе. Дай мне просто слишком поздно. Леон, я пытался это остановить, но не вышло. Нельзя допустить, чтобы эта зараза распространилась. Теперь все зависит от тебя. Просто уходи. Понимаю. Марина, тебе пистолет нужен? Мне нужен. Может, отдашь? Леон, у нас еще полкарты не открыто. Я вас не подведу, Марин. У нас еще полкарты, говорю, не открыто. Не надеюсь, что ты сюда выйдешь. Там еще библиотеку надо перечитать всю. Ох, ё-моё, как тут темно. Ну что будем брать? Давайте, наверное, начнем с пистолета. Потом уже все остальное. Тихо. О, спасибо за свет. Кто бы ты ни был. Так, я вижу тут какие-то патрончики. Отлично. Их у нас уже 16. Копия участка, наверное. Еще одна библиотека. Какая-то фигня. Угу, вентиль нужен, чтобы что-то покрутить. Нет у меня вентиля. Единороги. Печатная машинка. Это тип намек. Это тип намек. Так, это мы выбрасываем, все остальное держим при себе. Да ладно, мы только играть начали. Что, уже сохраняться, что ли? Ни за что в жизни. Карту лучше мне дайте. Где она тут? Кто-то видит карту, нет? Прекрасно. Прекрасно, вообще ничего не вижу я. Тут лифт. Сохраняйся, типа, а то пожалеешь. Нифига я не буду сохраняться. Леон не боится ничего. Пошли. Вообще ничего не боится, Леон. Ё-моё, что ж мы сделали-то? Надо было сохраниться. Ох, обожаю эти подвалы. О, это сырость. Этот грибок.
Кто-то следом за мной едет? Как тут без карты жить? Лестница под землю. Неутешительное название. Что это? Что это было? Какой-то мужик кричал, бегал. Че истерить? Леон спокойный, я тоже. Я туда не пойду просто, да и все, поэтому я и спокоен. Где я? О, тут что-то есть. Это что вообще? Старс. Ракун. Это улучшения какие-то. Понятно, что-то надо от Старс. Так подождите, может в офисе были, там ничего не было, тут только компьютер был. А это что за дверь? Ага. Ладно, это надо будет учесть. Походу придется идти за тем этим крикуном. Что ты своим пистолетиком по имени Матильда? Ты не мог пистолет назвать Джон там, я не знаю, или... Или как-нибудь погрози Матильда. Таким названием самому страшно, что у нас, значит, кто-то нападет, да и все. У нас Матильда в руках. Магнум там назвал бы. Ну, любишь имена, назови погрознее, чтобы страшнее было. Врагам. А так страшно нам из-за такого имени. Название. Да сюда бежал этот истерик. А вон кто-то. Кто там? А, это Бак. Мне уже видится. Мерещится уже. Там завалено. Подожди, тут вообще. Ну, естественно, тут все красное. Карты я, наверное, уже пропустил. Что это такое? Тебе не надо бомбануть, стрельнуть, нет? Ну, ладно, тут одна дорога. Лестница, подожди, опускается вниз. Ну и тут бегать будем, судя по всему. Подожди, а туда, если прижаться, ничего-то не появится? Нет. Я хотел обняться с баллоном. Нормально. Что за... О боже! О боже! Вчера себе. И что мы с ним будем делать? Я патроны взял, хоть взял. Все стрелять, что ли? Пауза, какая... Господи, да это не господи. Надо бежать. Боюсь, слова тут не помогут. Че, босяра, что ли? Иди нахрен. Офигеть. А я взял лекарство одно. Подожди, травка. Уже два. Тут главное, чтобы тебя в угол не загнали. Балбесина. Ой, боже мой. Приноси. Ё-моё, Леон, я бы за твой бег бы тебя... Я бы за твой бег тебя бы прибил бы нахрен. Вопсих. Назад. По шагам он был сзади. Ой. Так, давай, наверное, по-серьезному. Я, конечно, понимаю. Пенники и все такое. Пощекотать там его, чтобы он посмеялся. О-о. Леон.
Все, смерть. Ладно. В глаз надо стрелять. Кеннеди. Да сдохнешь ты. Будь что. Перезаряжайся, гуд чойс. Фина, не вижу. И сюда. Все. Твою мать. Неубиваемая скотина. Дайте мне нормальный пистолет, у меня заканчиваются патроны. А мне еще... Ой, больно-то. Блин, он сейчас вот... Ты что там, очумел? По-моему, мы загнали себя в угол. И попадаю куда-то там. Главное не загнаться. Как вот сейчас я это сделал. Чудесно. Я не пойму. Почему бессмертная, что ли? Беги, балбес. Мутировал или умер? Хер его знает. Я уже застрял тут малость. Подожди. Патронов уже ни хрена нет. Что там с тобой, блин? Несварение. Пипец, в этот глаз стрелять. Одно удовольствие. А что потом будем делать? Ну, патрон он валяется, конечно. Все, нас приняли. Я говорю, нас приняли. Сзади бесполезно, так понимаю, стрелять. Так, беги, короче. Где-то патроны были. Все, успеешь добежать. Куда пропала эта тварь? Что это такое? Куда пропала эта тварь? Может, стрелять надо было в какие-то ящики, бочки? Интересно. Капец. Все. С этим все. Нормально. Пойдем.
Это объединить с вот... А, это не те, это магнум, что ли? Подожди, патрон для пистолета 9 мм. Блин, да ты издеваешься. Твою мать. Нажать. Объединить. Нифига не сработает. Беги. Так это издевательство нахрен. Вот теперь можно. Все, конец. Внимание. В этот глаз стрелять, блин. Одно удовольствие. До свидания. Это какая фаза? Вторая, третья? Повезло. До свидания, мистер Б. Видели, как я его убил на замахе? Ой, лестница пришла вовремя. За мной кто-то наблюдает. Да не то слово. Не то за тобой кто-то наблюдает. Так, я тут много чего не нашел, но мне было просто не до этого, извините. Что у меня осталось вообще? Да ни хрена не осталось. Кусок палки от короля, пустой дробовик и 11 патронов пистолетных. Ни хрена себе босяр. Нет, ну понятно, там надо было стрелять в глаз метко. Ну вы же понимаете, что это же истерия. Куда ж ты без этого-то? А, тут еще граната была. О, ручная, отлично. Ну это как световая. Кстати, все световые гранаты угрохали. Еще и трава одна была. Чудесно. Еще что-то есть. А что не помечено? Видимо, я не все нашел. А где что-то еще? Что-то может быть? О! А, это лестница. Давайте тогда обшарим все. Где-то же должно еще что-то лежать. Вот это не ящик, нет? А, вот лежит. Это мина, что ли? А, это не, это баг. Вот, надо было сесть и покататься здесь. Вот это место, где он меня любил, это, бить в этом уголке. Скотина. Да он, собственно, любил меня бить во всех уголках. А, вот еще. Еще и красная трава. Можно закомбинировать. Так, отлично. Перезаряжайся, блин. Вояка. Сюда я не забегал, кстати. Здесь он меня не бил, поэтому меня даля-ля. Здесь он меня не бил. Все, лестницу мы эту решили. Так, подожди, что мы ничего не взяли. Куда ж нам дальше-то идти? Ну, понятно, был приятный молодой человек. Приятно было с ним пообщаться. Ну все, здесь уже точно ничего нет, если это синяя область. Ну, на замахе его убить, конечно, это дорогого стоит. Псина проклятая. Подожди, это что открылось? Еще трава? А, я ж не успел зайти, меня ж того ж. Вернее, он отсюда вышел, наверное, да? Пойдите. Меня вообще-то интересуют патроны для дробовика. Ну так, самую малость. Подожди, а это можно выпрыгнуть было. А, так лестницы не было. Я тут и не успел бы. Так, тут тоже все синенькое. Пошли отсюда. Да, ну болеем мы. Ты противный босс. Тут в руку попасть ему. О-о. Это стоит нажимать, нет? Где это я?
собственно, больше выбора-то и нет. Ага. Хорош, хорош. Да не кряхти ты, блин, ты виноват, что так плохо бегаешь. Куда-то мы идем, я вообще не понимаю, честно говоря, куда мы с вами движемся и куда мы сейчас с вами выйдем. Не дадут ли нам вообще сохраниться? Я бы не прочь сейчас сохраниться. Я так бодро пошел на босса. А, да, есть сохранение. Фу. Так, бодренько пошел. Ой, что тут у нас? Расширение. Ой, ну наконец-то. Еще плюс две штучки. Угу. Так, печатная махина. Ящичек. Ну что, как, чем будем лечиться? Я вот думаю просто. Некоторые предметы можно комбинировать с другими как для освобождения ячейки, так и для создания совершенно новых предметов. Для этого нажимаете объединить. Травы, что ли? Травы-то понятно, мы объединим. Я думаю, чем лечиться и где мы находимся. Оператор какой-то, коробка наша. Так, ну порох я пока не трачу, пока совсем не зажмут. Дробовик нам пока тоже, наверное, не нужен, да? Судя по количеству патронов, которые у нас есть. Это я ношу малоли, это я ношу, другого варианта нет. Траву одну выкладываю. А это можно сделать комбинацию. Ну, давайте почитаем по травам, что у нас там пишут. По травам пишут следующее. Отчет о событиях, операции, порох. Порох, кстати, два. Патрон для пистолета. Порох и высококачественный порох, желтый. Для дробовика. И высококачественный порох, желтый, дважды для револьвера. Но тут лучше, наверное, подержать для максимального оружия. Первое задание для новичков. О! Зеленая трава излечивает обычные раны, а синяя часто используется в качестве противоядия. Что же касается красной, то она красива, но не обладает никакими лечебными свойствами. Во всяком случае, так считалось ранее. Известно, что среди травы можно получить мощные травянистые смеси. Однако лишь недавно стало ясно, какую роль в этом играет красная трава. Согласно восточной медицине, смеси синей и красной трав улучшает общее физическое состояние. Воистину мы только начали сказать потом, а синяя а зеленая и красная, что будет? Ладно, давайте пока без трав обойдемся, поищем еще синие травы. Я помню, комбинация с трех трав крутая. А нет, но зеленая и красная уже полное, по-моему, исцеление дает. Нам надо. Нас, в принципе, и лечиться нечем, мы последнее съели. А, есть лечебный спрей. Ладно, пусть у нас лежит. Давайте засейвимся. Мы этого заслужили. Страданиями нашими. Я даже лечиться сейчас не буду. Я смело иду в бой. Опс. Хорошо, что сохранился. Гараж. Ну да, там был по схеме гараж. Собаки. Назад можно свалить. Ну и все. Главное, что назад можно свалить. Схемы тоже у нас нет. Парковки. Не хнычь. Не дам я тебе лекарства. Не хнычь. Еще привыкание у тебя будет. Ничего с тобой не случится. Ставьте карту. Нет у меня карты. Нет. Доберман. А мы не лечились даже. Помогите. Отойди от меня, пожалуйста. Спасибо.
Будь настороже, что это? Так, не трать патроны. Ади надо, пусть тратит. Опусти оружие. ФБР. Прошу прощения. Собака просто... просто не может выйти из кадра. Не ожидала, что вы заберетесь так далеко. Я сам в шоке. ФБР, что-то происходит, а? Не могу сказать, информация засекречена. Вы-то куда? Сделайте себе одолжение. Перестаньте задавать вопросы и убирайтесь отсюда побыстрее. Так я бы с радостью двери откройте мне. Карточка есть? Я бы уже дома чай пил. И с кофе в перемешку вместе. Еще стой, не закончил. Тебя чуть Бобик не разорвал. Ты здесь умничаешь. Так, подожди. Понятно. Я вылез отсюда, с этой дыры. Тут что-то есть, надо... надо изучить. Что за звуки? Столько полицейских машин и ни одного патрона возле них. Стой, не упади в люк, а тут будет цирк. Ну понятно, за Адой надо идти, блин, туда. А это закрытая дверь? Да. Эта дверь заперта. Давай другие попробуем. Блин, так что взять-то можно? Тут типа есть что-то. А, будет красным, пока я его не открою, да? Ты чё, псих, что ли? Куда ты вышел? Подожди, а куда Ада вон пошла? Я думал, она тоже заперта. Балбес взял, вывалился. А вдруг там этот? А ты что, у нас состояние нестояние вообще? Тут не лучше. Что это вообще за место? Назад выпустят? Плохо дело. Карта есть. Карта подземелья участков, этаж П участка, парковка. Ясно. Чем за мужчина лежит у вас? Блин, я не знаю, куда идти. И туда интересно, и сюда. Питомник, тут собаки, да? Да не ходи, там собаки, изолятор. Но это хотя бы изолированная территория от слова изолятор. Ножа я так до сих пор и не... Ну что, подстрелим, нет? Да. Открывай, блин. Клиент пришел. Что-то за ногу укусил. Задолбали, блин. По 20 выстрелов нахрен. Че, гранату забрал? Беги. Че, взорвись на ней. Шесть выстрелов и граната. Нет, ну граната у меня автоматически добивание идет уже. Здрасте. Хорошее место.
Пипец, гранату потратил. Молодец вообще. Я просто когда вижу на экране кнопку... Может, ты не будешь подходить слишком близко к решетке, а? Что это? А, это открыть клетки? Ты в своем уме? Ты реально хочешь открыть клетки? О, здрасте. Эй. Привет. Парень, не могу, нормальный человек. Не совсем. Привет тебе. Ты тут долго пробовал? Не хватило, кто-нибудь еще выжил? Да, с нами еще несколько человек. Да, это хорошо, наверное. Ну, то есть, если ты не от Айронса, он где-то здесь? Кто знает, надеюсь, его уже не кто-нибудь сожрал. Ты о чем? Это он меня тут оставил, урод. Думаю, у него были на то причины. Были. Я собирался сдать тебе лживую задницу со всеми потрохами. Я бы на его месте тоже тебя в обезьянник посадил. Слушай, предлагаю сделку. Открой камеры, получишь вот это. С парковки ты без этого не выберешься, уж поверь. Извини, не могу, сначала нужно поговорить с шефом. Каким шефом, нафиг? Ты понимаешь, что мы оба здесь заперты? И мы либо объединимся и поможем друг другу, либо... Черт, начинается. Что начинается? Пусти меня в камеру. Давай же, не будь сволочью, для твоего же блага. Да выпусти ты меня, мать твою! Неплохо. Слушай, подбрось ключик, а? И кто это? Это я, не паникуй, пушку бери. Я даже не понял, что произошло так быстро. Я предупреждала, что надо убираться отсюда. Ты же не хочешь закончить как Бен, правда? Вы знакомы? Он был моим информатором, помог мне в расследовании. Значит, он говорил правду. Эй, хватит уже молчать, от меня уходить. Я даже имени вашего не знаю. Меня зовут Леон Кеннеди. Найди выход отсюда, Леон, пока не поздно, потом поговорим. Ну ты ж ходишь как-то по коридорам. Я Ада. Знаем, кто ты. Уговор есть уговор. Да, уговор есть уговор, но чтобы это сделать, нам надо открыть клетки. Какого дьявола? Это что? Даже не знаю, что это такое. Но очень интересно, что травы объединим в конце-то концов. Я думаю, сейчас битва будет. О, такая штука нам нужна несколько раз была. Пока мы с вами блуждали. Какой-то записон. Электрощиток тюрьмы. Электрощиток сдох. Найдите главного, пусть побыстрее с ним разберется. Полагаю, это ни для кого не секрет, но электрощиток тюрьмы жуткое старье, и нам потребуется особая деталь электрощитка, который никто не производит. Впрочем, их еще можно найти в генераторной. Дополнение. Судя по всему, в генераторной всего одна деталь электрощитка. Еще одна должна быть у парня, что пришел чинить часовую башню. Так что кто-нибудь соприте, в смысле попросите у него, пожалуйста. Да, найдите детали, чтобы отсюда сбежать. Детали вставить сюда. Давай, наверное, объединим травки, а то у меня вздохи уже, знаете. Блин, у меня все привычка по-другому объединять травки. Смесь зеленая и красная. Давайте попробуем употребить. Может, веселее ему будет. Да, все хорошо. Все, ты успокоился? Я тебя вылечил. Две травы потратил. Но это для эксперимента, посмотреть, что в итоге получится. Так, вот эти же все выйдут тоже. Давайте дернем, ну что не произойдет, я думаю. Ничего не произойдет. Фух, хорошо, что ничего не произошло. В любом случае, тут еще проход. К клеткам не подходи. Я
Да, да, да. Этот точно погиб, я надеюсь, да? Гранаты ему хватило в рот? То не тот, сколько ему выстрелил. 4, еще 4 и граната. Ну, наверное, уже достаточно, сколько ж может. Подожди, это ж тоже не открылось нифига, да? Да, это нифига не открылось, ладно. Куда ж нам-то дальше переть-то? Тут все в норме, по-моему. Парковка все еще красная. Вот почему? Вопросик. Что-то я тут упустил на этой парковке. Пойдем, наверное, засейвимся в этот в люк. Я думаю, это будет правильная идея. Только не упади, пожалуйста, а засейвься. Ты сейчас головой вниз прыгнешь. Подожди, я что-то уже запамятовал. А, дальше машинка, точно. Все-таки столько пережили-то. Чуть не погибли. Давай. Окей. Будем что-то брать, нет? Но это нам надо, я помню, куда. Это надо поднять на втором этаже с... этот... защитную фигню. Ладно, пусть у меня будет. В принципе, у меня большой уже рюкзак. Можно даже взять дробовик на случай, если мы найдем патроны. Давай, наверное, возьмем дробовик. Это патроны найдем, отбиваться надо будет от кого-нибудь. В какой-нибудь босяра опять влезет. А гранату я скормил нуждающимся. Единственную. Блин, ну оно, конечно, когда, знаете, когда тебя хватает... Нет, он бы меня убил, по сути, да. Он бы меня убил, это точно. У меня там один укус остался, но... Я ему не дался. Нет, Леон, хватит. Ну что, будем думать, что здесь я ничего не пропустил, просто вот этот ключ надо сюда вставить, и тогда все будет. Правильно? Травка зеленая, смотрите. Хотя, мне кажется, может где-то и лежать на каком-нибудь капоте. Пару каких-нибудь патрончиков. Чудеснейших. Так, ну ладно, тут у нас один проход. Потом определим. Может, сока попьем? Дайте сока. Денег нет. Сюда? Сюда, пошли там собаки. Морг. Генераторная. Блин, просто не название, а просто праздник какой-то от этих названий. Хорошее место, чтобы бегать, я вижу. Зонтик. Куда идем сначала? Давай попробуем на стрельбище. Может, там патроны будут. Может, и стрелки будут. Да, лежит тело. Комната красная. Но оно ж не выйдет, я думаю, это тело. Уведомление об утилизации. Предмет для утилизации. Ключ от патрульной машины 7439. А, машина какая-то. Погнутый ключ непригодна к использованию. Система дистанционного отпирания дверей позволяет открыть двери и багажник. А где ключ? Это хорошо бы было. Коробочка. Коробочка. Изучить коробочка. Жестяной контейнер. Внутри что-то есть. А чем он открывается? Ключиком. А нет, ключик не нужен. А, вот теперь ту машину мы откроем. 7439. Окей. Все, тут все синее. Нет, все. Когда красное, я немножко нервничаю, потому что там тело лежит. Оно может встать. Да не может, оно точно встанет. А это что за фигня? Журналы? Сообщение от мистера Енота. Вот самое время. Здорово, мальчишки и девчонки, это ваш друг енот из зоопарка Ракон Сити, рад встрече.
енот из зоопарка Раком Сити. Хочу рассказать вам кое-что очень важное. Видели мои куклы мистера енота, которые всем так нравятся? Так вот, я узнал, что непослушные дети стали использовать их в качестве мишеней. И мне от этого очень грустно. Хорошие детки не будут так обижать куклы, ведь правда? К тому же это очень-очень опасно. Никогда так не поступайте. Словом, увидимся в зоопарке. Страшное послание. Видимся в зоопарке, будучи здесь. Вон тут справа дверь, кстати, какая-то. Бубновый ключ. Запомни ее еще. Угу. А это вход в стрельбище. Вот это вот тело точно встанет. И это тело встанет. Патроны для дробовика. И горилка какая-то. Хренилка. Сколько у тебя патронов, друг мой несчастный? Ты сейчас же, тебя же здесь сейчас же, ты же все ж выстрелишь сейчас просто. А если отсюда драпануть? Сейчас я побегу туда, быстро возьму вот тот, вот тот. А ну подожди, дайте думать. Я же все это потрачу сейчас. Потом быстро выбегаем. И в генератор. Так они за мной пойдут. Питомник, тут собаки. Ну через собак можно попасть в морг. Ну это логично, собаки, морг. А если очень тихо ходить? А он что-то красное. Там блондинка вот-то лежит. Тапки разбросала. Ты можешь взять их? Твои дивизии или попал? Енот там, что ли? Я не пойду туда. Я не пойду туда. А чё нельзя объединить патроны? Может, они что так делали, по-моему. Теперь только брать в руки. Это енот. Не вот это енот. Мне стрелять в него или что? Не стрелять в него, наверное, да? Нет, мне не стрелять в него. Все тут уже все тихо. Уходи отсюда нафиг. Уже здесь синее помещение. Пусть сам себя стреляет. Фух, я думал, они встанут. Странно. Какие-то чересчур сон их одолел. Ну что, на парковку пойдем. Попробуем машину открыть. Там собаки, я их уже слышу. Я, блин, их уже слышу. Пошли на парковку машину искать. Я ж надеюсь, она без сигнализации откроется. Это какой номер машины? А хрен его знает, какой номер машины. Что там за номер был? Блин, я все время другую кнопку нажимаю. 74-39. Что это за... Тут-то номеров-то не видно. Странно.
какую-то машину открыть. 7439. Вот это единственный багажник прямо сюда выпирает. Вот это что ли? Так и нет, наверное, как-то его использовать надо по-другому. Ключ. А ну колись, блин. Пёс ты этакий. Пёс этакий. А, тут тоже надо нажать. Ну, сейчас будет, наверное. Блин, ну снова в баню. Ну, подождите. Я не знаю, какая машина с этим номером. А, вот это может. Кстати, номера стерты. Мне вообще-то вот это нравится больше всего. Ладно, вот это самое подходящее, потому что здесь проще всего подойти к багажнику. И номер 911, полиция, это все понятно. Давай, вот это, потому что другое... Ну, там еще одна есть, но я думаю, вот это. Давай, нажимай, готовься бежать в этот, в унитаз. Ну, вернее, в канализацию. Давай, поехали. Повезло. Чьи-то за кусок тряпки. Ложа Матильды. Улучшение. Все, ключ не нужен. Это хорошо. Так, тут это уже, блин, тоже пришел. Хорошо, что сирена не сработала. Деталь для Матильды позволяет выпускать по три пули за... По три пули за выстрел. У меня вообще пуль не будет. А если не попал? Ну ладно. Ого, Матильда уже... Матильда еще уже, а не Матильда. И занимает два слота в инвентаре. Ладно, пойду выложу ключ. Я не превратился в зомби, нет, это я просто возмущен. Дробовик один, Матильда два. Это как? Так, это мой офис. Я здесь работаю. Подожди. Я вот здесь работаю. Давай, ну ключ можно вообще выбросить, но я так, знаете. Музей потом откроем. Угу. Все, 4 пусть будет. Это я тоже с собой носить буду. Больше у меня подозрительных предметов никаких нет. Деревянные доски. Тут не надо ничего забивать. Ладно. Все, да я думаю, этот повод хороший сохранится. Потому что сейчас идем в псарню. Теперь будет стреляем по три выстрела сразу. Как раз их раз промазал и все, патронов нет. Но это нормально. Так тут еще много машин. Дайте мне еще ключи. Так, тут должно быть спокойно, ибо те на стрельбище валяются. Вот это что? Диван? Отличный диван. Кто-то выбросил. А это что? Это закрыто, да? Красная. Ну все, только через псарню идти. Я вас всех поздравляю. Идем через псарню. Кто любит собак, я думаю, после этого вы их перелюбите. Блин, да не заходи тут сюда. Там просто валяются люди, которые устали. А как нам в псарню попасть? Я не туда попал. Тихо. А чё... Да там волки. Чё тут красное все? Не могу понять в коридоре. Почитаю объявление пока. Да в баню эту псарню. Пошли он через верх. Ты... Нет, ну ё-моё, стоит лестница. А, трава синяя, первая, кстати. Впервые от яда может вылечь. Стоит лестница, специально сделана для тех, кто не хочет умереть страшной смертью. Да сделай ты два шага перелезть в баррикаду. Нет, мы пойдем через псарню. Ну, естественно же. Нет бы сразу в морг прямиком. Нет, мы пойдем через псарню. Мы же должны посмотреть на собачек. Еще и лестница стоит. Ну, это какое-то издевательство. Бобики. Тузики. Хренатузики.
вижу. Может тебя сразу убить, а? Хотя если я стреляю по три выстрела сразу. Это ты тут выл? Это он. Ты с ним общаешься или что? Вот, перешагни. Ладно, держи его на прицеле, я думаю, он скоро выйдет. Я думаю, не будем тратить раньше времени три выстрела. Ё-моё! Слышишь, ты бегать умеешь? Скорее всего, сейчас тебе это пригодится, мне кажется, дорогой друг. Короче, с разгона сюда и назад мы больше уже с тобой не вернемся. А ты не проверил, что это за дверь и какого хрена она там не открывается. Вот твою ж дивизию. Иди аккуратно обратно к входу. Потому что такое количество собак мы точно не убьем. Даже по три выстрела. Если мы в зомби 8 стреляем. Вот это я не понял, что это... А, блин, мы сюда приходили, все. Ясно. Так нам не написали даже, что она не открывается. Но она электрическая дверь. Все нормально. Это я просто не хочу с собаками знакомиться. Так подожди. Тут же двери не закрываются. Они сейчас же за мной будут бежать до этого. До Вашингтона. Ну, то есть туда, куда я буду бежать, к маме. Пипец просто. Знать бы еще, что здесь лежит на уровне. Jesus Christ. Давай вот эта вот кнопка там какая-то. Гидрант. Подожди, ну что-то что должно быть. Так, постановил в баню. А чё оно красное здесь? Не могу понять. В клетке что-то лежит, наверное, возле собак. Но я так и нарываю, чтоб не это того. А, три. Вот этой клетки. Да нет, клетки пустые, ни хрена не пойму. А что тут лежит красное? А, его нашел. Ой, порох. О, я хочу отсюда уйти, больше никогда сюда не возвращаться. Леон, беги! Беги, Леон! Ты так, как будто я не знаю, как будто этот... На прогулке в парке, вот реально. Закрой двери. Но я думаю, они еще выйдут. Подожди, это что за дверь? Что это все электрический? Морг. Генераторная, тут закрыто. Нам назад идти. Мы вот эту откроем только тогда. И только тогда мы с вами вернемся. Какая-то лужа. Видимо, кто-то до нас тут уже не смог эту дверь открыть. Так, я понял, как это работает. У меня есть ручка. Но сначала в морг. Ой, как тут классно. Как и в псарне. Слушайте, псарни объединили с моргом. Ну это же чудесно просто. Так, есть клиент. Этот встанет. Стой. Ну. Сзади. Ты хочешь дверь перекрыть, да? Чтобы сложнее было выбегать, да, я так понял? Я уже мечтаю, чтобы морг посинел. Чтобы просто уйти отсюда. Спокойно. Нифига себе, у вас тараканы здесь. Не, я такое не ем. О.
Парень, не вздумай вставать. Нервы слабые. Пистолет стреляет по 3 выстрела. Попасть трудно. Ой-ой. Может, это есть. Световая. Отобьемся один раз. Да, пусть там и лежит, мне кажется. Блин, он все еще красный. А куда бежать-то будем? А ну, минутку. Ну, крутить кран генераторный. Зачем? А назад-то все равно возвращаться через питомничек. Ай! Ай, я в предвкушении. Ты еще с морга выйди сначала. Предвкушатель ты наш. Да ладно, у меня 4 выстрела еще есть на дробовике. Я вам покажу. Все. Извините, там не одет был пациент. Ага. Тихо. Не-не-не-не-не, давай сначала с этим. Ладно, посмотри, что здесь. Все. Ё-моё, бубновый ключ. Херам отсюда. Херам, говорю, отсюда. Херам, говорю. Генераторный давай. Вася, дай мне. Ну и к собакам же бежать, мать. Вот мать твою. Фу, давай, подожди, используем. Закрутишь быстрее Леону. Леону Кеннеди, давай же быстрее. Ну так ты ж, правда, я не знаю, куда мы дверь сейчас открываем. Так, они вышли. Они-то вышли, а куда я зашел? Хер его знает. И тут же тупик, нам по-любому через них идти. Ну, может, хоть один не выйдет. Так, быстро обыскивай, что тут есть. Порохи, хренорохи, хоть на патроны поменяем. Ой, что здесь у нас? Не знаю. Это что за ящичек? Деталь устройства в коробочке. Вы издеваетесь нахрен. Какой нахрен коробочки? У меня одно место, у меня уже нет мест. Фу. Ух, сейчас я изучу, подожди. Я должен прочитать, что в коробочке, а потом я буду паниковать. Коробочка с деталью электроустройства. Угу. Ой, деталь устройства небольшая. Спасибо. Его тоже надо посмотреть. Нет, надо вставить кое-куда. Сейчас они будут здесь. Ну я же говорю. Вот тебе 3 выстрела, мать его. Вы не знаете, зачем нужен пистолет в этой игре? Я с трудом понимаю. 20 выстрелов выстрелил. Он так формальность вообще. Улучшай его. Не улучшай. Попадай, не попадай. Хер, все равно ты не, все равно не умрет. Ну вот, ну ладно. А что это такое-то тут валяется? А это лужа, я думал, какие-то жуки. О боже мой, еще что-то. Выстрелил 20 выстрелов. Ну ладно, 15 где-то. Ну ёж-моёж. Ну что за зомби-то такие? Или его оббегать надо? Ладно, что мне делать тут? Понятно.
Понятно, попасть на красную эту, да? Угу. Понял вас. Попал. Собаки вышли. Хера себе. Зажался. Их было три. Что дальше будем делать? Подожди, генератор на еще что-то есть. Где? Где, твою мать, в этой генераторной что-то есть? Я же уже все обыскал. А, дверь открылась, да? Подожди. Если мы здесь стоим, вот эта дверь открылась, это выход наверх. Нам в любом случае надо пройти через морг, там еще один мужик ходил. Раз... У меня есть световая граната, можно, конечно, его запулить. Но все равно проходить через собак, это два. У меня есть бобновый ключ, это три. Можно открыть эту комнату. В стрельбище два ублюдка валяются. Ну, в общем, тоже дело дрянь. Назад мы не вернемся. Нет, можно попробовать отсюда выйти. Все, убили, нет? 12 выстрелов осталось. Еще одна идет. Стоять, сказал всем, блин. Долбана генераторная. Где ж тут вот эту кнопку нажать? А, трава, вижу. Все, нашел. Тихо. Они через дырку пробежали. Это соседняя комната, что ли? Да ни хрена. А сюда можно залезть? В угол. Тихо. Как я мог не заметить такую траву кусок? Она мне никуда не поместится. А, нет, поместится. А что у меня исчезло? С красной можно объединить. Еще проживем какое-то время. Пипец, дичайший страх. Вы там как, народ? Я держусь. Все, генераторная чиста. Смотрите, выходим. С веселой песенкой проходим возле морга. Собак можно попробовать не убивать, но надо обязательно вскрыть эту дверь. Здесь не гарантирую, что никого не будет больше. Поэтому патронов всего 12, мать его. Мужики... Мужики. В морге был еще один мужик. Видели? Я сделал вид, что я не знаю ее. Эту псину. Было бы хорошо, если бы ты ее три раза выстрелил сейчас. А не один. Когда мы с ней встретимся снова. Я ж надеюсь, это те, которые собаки в клетках были, да? А,
Можно ее убить, нет? Лучше сейчас. Да, сейчас. Сейчас мы с ней встретимся. Фу. Фу. Еще и бегает по разные стороны. Ладно, давайте аккуратно идем. Готовьтесь к самому худшему. Слева мужик может с морга выпрыгнуть. Капец. Давай. Беги. Патронов ноль. Жива? Задолбали эти собаки. Три собаки. А что мне делать бы было, если бы у меня не было патронов? То и гранаты. Ёпарный театр. У меня два выстрела осталось. Но это... Это жесть вообще, на. Чё-то переборщили тут с собаками. Иди нахер. Да хрен тебе. Вы чё, шутите, что ли? Таких тут пипец просто. А я продолжаю нажимать правую кнопку, чтобы вылечиться. Так, минуту. Мне надо вверх в стрельбище. Беги. Да. По-моему, я выбежал не туда. Ну, бывает. Мертвяки встали. Давай, нам надо использовать этот ключ. Ка быстро. Чё, что-то есть? Чё, что-то есть? Что? Пленка. Еще что-то есть? Нету. Выходи отсюда. Быстрей! Сука, все, конец мне. Все, конец мне. Ну ты вытолкнешь их, нет? Беги, твою мать. Беги, твою мать. Беги, твою мать. Так, подожди, это... Не нажимай правую кнопку, пожалуйста, есть. Использовать. Есть. Еще красная, но красная уже бесполезна. Это синяя уже. Мне надо просто выйти на лестницу. Давай, там еще две собаки. Беги, беги, беги. И налево. Дважды налево. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Все, остановись, Леон, не выпади в окно. Где я? Комната отдыха. Ё-моё, я выжил. Окно надо заделать? Нет, не надо. А то у меня только лепешки сейчас с собой. Могу только лепешками своими коричневыми заделать, да и все. Ё-моё, патроны. У меня их снова 4. А что ж там на хардкоре-то в этом Resident Evil-то, боже мой. Так, место, конечно, хорош. Ладно, успокойся. Хватит тут. Хватит истерить. Туалет ряд. А, нам выходить через мужика. Понятно? Которого я дважды убивал за игру. Мы, в принципе, в холле уже. Нет, давай ты, наверное, сохранишься. То сейчас по глупости пойду проверю,
что там красное горит у меня в коридоре, и погибну. Представьте, сколько я прошел. Фух, как тут хорошо, спокойно, все нафиг. Короче, я так понимаю, собак вообще надо было не трогать. Что это, порох? Вообще не надо было их трогать, этих псов поганых. Мне некуда пока положить, сейчас я выложу. Я не думал, что их много. Я думал, их посчитал же. Думаю, в клетке столько-то сидело. Там-то столько. Так, мне, кстати, надо проявить пленку. Так, синяя трава мне пока не нужна. Мне надо закомбинировать, кстати, одну от отравления. Не, синяя должна быть. Так я когда там нас травить-то начнут? Так, эта штука еще раз пригодится нам. Так, это давай тогда сюда. Ключ еще есть, да. Пока что. Фу-фу-фу. Это на новой бане такие игры. Дайте мне пистолет. Я что-то эту кнопку нажимаю. Ой, кошмар, отлично. Тут нельзя у вас пленку проявить. А это что за хрень? А, я знаю, зачем это открыть дверь в конце. Мы тоже с вами делали. В сумках. А вот опять эта фигня, вон, смотрите, внизу. Это вторая. Может, в них стрелять надо? Так я одну не застрелил. Ладно, не буду я стрелять. Возможно, стрелять в них надо. Это как, может, коллекционные предметы, не? Не попробуешь, не узнаешь. Дайте я стрельну один раз в него. Да, это коллекционные предметы. Один остался там, в этом, на стрельбище. Ладно, попробовал и попробовал. Хорошо. 4, еще 3 осталось выстрела. Траву, не знаю, соединять, не соединять. Но синяя... Не скоро, может, попадется мне. Кто меня отравит в ближайшее время? Да кто угодно меня может отравить. Все, я тут все сделал. Да, я тут все сделал. Дайте я выложусь. Это писец какой-то нафиг. Это просто жесть. Фу. Так, так, так. Ну, давай пока красную сюда. А, так мне нечем лечиться больше. Вот в чем дело. Пленку проявить. Это мы ставим в конце. Это мне нужно будет вверху. Так тут, собственно, ничего уже и нет. Так, собственно, мы никуда не идем. Есть у меня зеленая трава? Да, есть у меня еще зеленая трава. Соединяй, короче, ее. Зеленая, красная. Может, и синюю соединим. Ладно, давай это соединим сначала. Чтобы места было меньше чуть. Окей. Сохраниться не забудь перед выходом. Подожди, это можно взять, перенести. Нет, подожди, как это? О. Так, патроны для дробовика. Но без него теперь ходить вообще нельзя. Что это за хрень? Электрощиток. Это с другой стороны, возле тюрьмы. Это аж в тюрьму надо аж идти. Это далеко. Это реально далеко, но... Давай, наверное, пока его выложим. Места все равно нет, потом бегай. Ключ. Ну, ключ не помню, где нужен. Пленки мы с вами проявим. Это нужно, чтобы вверху дверь открыть. Что мне еще надо? Я хотел бы, наверное, посмотреть эту комнату и открыть ее. И я думаю, вот здесь мы с вами остановимся. Каким-то чудом мы не погибли ни разу за эту серию, хотя давным-давно это стоило бы, наверное, сделать, мне кажется. Так, все, можно сохраняться, да? Да. Пойду посмотрю, что это за хрень. Почему здесь все красное и что я еще тут не нашел? Я сохранился. Я удивлен, что я прошел псарню эту. Сейчас давайте еще этого. Лизуна. Пипец. Что ж вы не сказали, что тут будет. Что ж вы не сказали, что тут у нас проблемы, Хьюстон. Шел он. Вон пошел, говорю. Фу, а как ты на второй этаж залез, не могу понять. Или это не второй этаж? Ё-моё. Ну это нет. Пипец. А нам нужен этот коридор, нет? Да хрен его знает, нужен нам этот коридор или не нужен. Как часто мы тут будем бегать? Ну, в принципе, это выход. Точно, давай забьем и эту, так нахрен, блин. Тут он не пролезет.
Так тут 4 окна. Твою мать. Ой. Ой-ой-ой-ой. Хороший выход. Слушайте, я их разорвал. Так тут столько... Еще одно. Семь выстрелов. У меня есть наконец-то нож. Это, конечно, спасибо. Так, это вставить вот это. Опять он. А, это уже превратился мой... Мой знакомый друг превратился. Все, в этом месте делать нечего. Ну зачем его убивать? У меня 4 выстрела всего. Короче, выбегаем, тут не ходим, идем сюда. Здесь мы активировали, уже 2 окна зачем-то забил. Ну ладно, хотя бы тут будет спокойно добежать до комнаты. Тут уже я не буду забивать, у меня одна доска осталась. А вдруг понадобится? Ну хоть здесь убил чувака. Кстати, а где его труп? Пипец. Тут я блондинку убил. Все, я дома. Фу, я выжил. Я жив. Я дома. Ну как сказать дома? Дело дрянь. Опять пока пробивались. Ну, тут хотя бы 2 окна забили. Пробивались, потратили все патроны, которые нашли там. Классно тут с патронами. Нож, правда, не очень качественный. Так, у меня есть пленка. Это надо будет посмотреть, проявить. Одно лечение. 4 выстрела и 3. Так, тогда нет. Тогда мы с вами по-другому поступим, да? Подождите. У нас всего 3 места. Ну ладно, от пленки избавимся. Бубновый ключ надо вспомнить, где мы его видели. А, я вспомнил, где мы его видели. Вот тут мы... А, это червовый, блин. Хорошо. Хорошо, это не тот ключ, ладно. На P1 же ж мы его нигде не видели. Нет, на P1 мы нигде не видели. В подвал я больше не спущусь никогда в жизни, даже если меня то затаскивать будут. Вот здесь надо ручку применить последний раз, и нам откроется в офис шерифа вход. Это хорошо. Так. 3Э, 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 а 2Э. Вот бубновый ключ. От прачечной. Ну, самое время постираться. Ну, конечно же, Ну, да. Это зона отдыха. Это через библиотеку можно войти. Либо через проклятый коридор, где ходит этот... Мне еще его не хватало, кстати, встретить. Ну, ладно. Все, давайте тогда уже в следующей серии планировать, куда дальше идти. В принципе, есть варианты. У нас разные ключ есть, пленки посмотрим. Но я вам скажу, патронные у нас тут вообще, так это не хардкор. На хардкоре вообще запрещено, наверное, стрелять, да? Только страдать, да? И кричать, надругайтесь надо мной, собственно, так и происходит. Все, друзья, давайте на этом закончим. Спасибо, что смотрели, если досмотрели, конечно, и все целые, потому что я тут немножко нервничаю. С вами был Дмитрий, канал Shadow Игровые Миры. До новых серий Resident Evil 2 Remake. Пока.